Время без 10:11. Я... О, тут грязь. Специально ничего не снимала с утра, чтобы не портить картинку. Сейчас я иду. Никому не говорила, Диане, точнее, еще не рассказывала. Сегодня у меня первый день в Макдональдсе. Вообще, самый-самый первый. Сегодня мне должны выдать форму и все тому прочее. Холодрыга такая, жуть просто. Листики вон добавляют, желтенькие. В банкомат денежку снять, что если вдруг тянет БСК не прокатит. Ну, сейчас объясню почему. У меня закончился выезд на метро и на автобус. Мне надо его пополнить. Мне дала Диана свой, но если попросят показать фотографию, там видно, что это не мой. Ну а те, кто, ну, если вы не знаете, вы живете в Питере и не учитесь, у нас тут в Питере, смотрите, лежит. У нас в Питере здесь у каждого, кто учится, есть проездные. И там есть фотографии. Ой, дочка пошла. В общем, я приехала, я пошла. Желаю себе удачи. Буду снимать из-под тишка, мне очень страшно. Я уже в самом ресторане, меня позвали, очень все веселые, такие забавные. Я познакомилась с девочкой, уже забыла, как ее имя. Молодец. Я приехала на полчаса раньше, сейчас жду напарника, с которым буду проходить практику. Вот, и надо сейчас мне будет форму еще подобрать. Мне еще форму будет подбирать сегодня. Но пока мне нравятся такие все добрые, отзывчивые. Не могу показать всего, потому что сказали, камера есть. У меня своя камера есть. Вот, так что сейчас переоденусь и буду ждать второго человечка, с которым начну обучение. Вот. Мой первый день закончен. Это, кстати, раздевалка наша. Макдональдс. Время без 2:10, я иду на остановку. Слушать одну станцию, и я хочу единственное, что сказать, пока не забыла, я не знаю, будет дождь или нет, но у меня жутко сейчас болит голова и немного болит поясница, вот, потому что за весь этот период, вот с 12, ну, грубо говоря, с 2 до 10, ну, до 9:30, я села, только у меня был обеденный перерыв вместе с моим тренером, вроде так называется. Но об этом я поподробнее расскажу, когда уже выйду, когда не будет вот этого шума автобусного. Сейчас 22:44, все, я выхожу. Ну все, теперь мне предстоит долгий путь по вот этой темени, но меня, надеюсь, будет немножко видно. Я буду вещать. Мне, естественно, очень сильно понравилось. Я тьфу-тьфу не хочу сглазить, но у меня офигенный коллектив. Просто особенно тренер, или я не знаю, как назвать, тренер это или не тренер. В общем, его зовут Никита. Угар полный. Нам выдали бейджик. На этот бейджик мы наклеили свое имя. И там, где, когда у нас получается бесплатный обед, ну, в Маке, но это потом вычитается, будет и вычитаться из зарплаты. Ладно, расскажу, как все началось. Пока помню, и мне будет интересно потом пересматривать. Больше всего мне запомнился, естественно, Никита, и сейчас расскажу, почему. Я туда пришла, приехала раньше, мне назначили 12:30, а я приехала где-то к 12:00, сразу подошла, меня забрали, показали раздевалку, показали пароли от раздевалки, то есть там все по пин-кодам. Потом мне сказали идти в комнату отдыха. Да, в Маке есть комната отдыха. Там, где все собираются, там, где все кушают работники. Мы пошли туда, и я ждала, пока придет Владимир. Он тоже со мной, новичок. То есть нас было двое. Мальчик и девочка. Если, кстати, сейчас темно, я высветлю картинку немножко, потому что и правда темно. Вот, нас было двое, кто обучались сегодня первый день.
Вот я его подождала, он пришел ровно 12:30. Нам начали искать форму. Две поло, двое штанов. Козырек достался только мне. Ему пришлось работать в сеточке, потому что козырька второго не было. Мне сначала дали футболку М-ку, директор. Директор тоже крутой, там все на «ты». Там никто не называет директора, там... так, сейчас вспомню. Менеджера на «вы» никто никого не называет, только на «ты». Кстати, прикольно, очень дружелюбная атмосфера, веселые, клевые. Правда, когда кричат, когда что-то не успевается, там приготовится гамбургер, бургер сам, двойной чизбургер. О, какие названия знаю теперь. Тогда действительно там кричат и немного так, типа, давайте быстрее, чё вы там, как коллеги. В общем, прикольная атмосфера, мне понравилась. Ну вот, мы ждали, нам подобрали вещи, потом нам сказали пройти прослушивание по компу. Там специально для тех, кто новичок, для новичков. Там прилавок, ой, не прилавок, вру, гигиена, то есть как ухаживать за внутренней, за кухней и всякое такое. Я еще лед потаскала сегодня. Угу. Там для напитков надо лед таскать, так что я раза три сегодня таскала лед. Вот, убираться надо. Вот. Нам дали очень много, вот, извините. А ладно, пофиг, мне сейчас так стыдно идти, потому что там машины, красный свет. Сейчас будет зеленый. Если будет зеленый сейчас, то я пойду, не опуская руки. А нет, я опущу, потому что там автобус. Тёп-тёп-тёп через зебру. Тёп-тёп-тёп-тёп-тёп-тёп. Так, где-то сейчас я могу уже поднять и говорить дальше. В общем, на чем я остановилась? А, нам выдали форму, мы начали проходить видеоурок на компьютере в наушниках, пока все были заняты. И потом к нам присоединился, вот в это время он к нам уже подходил, именно Никита, говорил, я Никита, я буду вас обучать и тому подобное. Очень классный парень, честно говоря, не знаю, сколько лет, но прикольный. Мы пошли сразу, он показал, как мыть правильно руки, то есть мы моем руки до локтя, мы, так сказала, как будто я уже часть, ну да, я часть уже бригады. Так что можете меня поздравить. Кстати, Владимир сегодня, ему 18 лет. Ему повезло, он живет в 5 минутах от этого ресторана. Я такая, блин, как тебе повезло. Я не хотела кушать на обеденном перерыве, но обеденный перерыв очень строго. То есть там мы, когда приходим на работу, получается, у меня есть личная карта. Я ее пробиваю, и там по датчику высматривают, по какое время я пошла. И высчитывает время моей зарплаты, получается так. Когда вы идете на обед, вы опять пробиваете карту. Это время обеденное полчаса. Полчаса дается, когда ты отработал 3,5 часа. То есть, если ты отработал меньше, тебе там позволяется перерыв 10 или 15 минут всего. Это все равно ты отмечаешься и идешь на перерыв, потом с перерыва снова отмечаешь, что ты больше не просидел, и идешь, работаешь дальше. Там все очень быстро, поэтому я и говорю, что за вот эти вот этот промежуток с 2 до 9,5 я села вот только на эти полчаса, и то, чтобы покушать, я взяла, ну как взяла, мне Никита уговорил, ну не то чтобы уговорил, просто предложил. Я сказала, что я ничего не хочу. Я говорю, можно так, зеленый чай? Он такой, так, Биг Мак будешь? Я говорю, нет, не хочу. Он такой, ну возьми хоть чикины. Он такой, покушать надо. Когда он набирал еще мое имя, фамилию, у нас же бейджики вот здесь, на этом месте. Он знает, как меня зовут. Он уже несколько раз писал в документах, и там, где надо расписываться, что я, ну, мое имя. И он такой, хоп. Вот сюда, я такая, Никита, что такое? Я шокаю, меня сегодня поправили, типа, не шо, а что? Ой, не знаю, будут меня поправлять? Моя фишка будет. Не знаю, не могу я отвыкнуть от, не говорить шо, а говорить что. Если честно, очень даже страшно сейчас идти, потому что... почему я иду, спросите?
потому что я сегодня так и не пополнила карту метро. И завтра я поеду на электричке, чтобы ее пополнить. Но я опять буду в долгах, потому что это ужасно. Мне даже стыдно это говорить. Но я надеюсь, это последние долги, которые я влезаю, потому что я должна была за контажки заплатить 1800. В итоге я уже должна заплатить 2200. Вот это самое такое не очень, что меня обрадовало. И плюс карта банк, ну, Бинбанка, фу, Бинбанка, проездной. 516 рублей, которые я завтра пополню. И опять уйду в минус. То есть я буду просить у Дианы. Так что каша далеко у меня не откладывается. У меня есть пачка от рублей, каша и картошины 3, наверное, 3-4 картошины. Так что вот так. Чая холодных, зеленых, по 0,4. Никита один выпил, потому что я ему отдала, я не смогла больше пить. А, еще в санузел, например, там надо идти в этой автобус так пронесся. Надо идти в комбинезоне. То есть сверху накидывается такое, как, знаете, хирурги одевают на операцию. Поверх такой голубой, легкий такой, как же он называется-то? Ну как халат, только не халат. Ой, тут так грязно. Иду, разговариваю. В общем, впечатления только положительные. Сейчас я приеду и покажу, наверное, форму, которую мне выдали. Если у меня не получится показать, я прошу прощения, я покажу ее в среду, потому что в среду мне к третьей паре, я не пойду на четвертую и пятую, потому что у меня третья, четвертая, пятая, вот, и потому что у меня в среду снова смену поставили, вот обучение, правильнее будет сказать, с 6, так что мне надо будет еще доехать туда и уже потом вот что-то там делать. Снова поздно приеду домой. Сейчас я приду, мне надо будет сделать презентацию, доклад на завтрашнюю пару, на коммуникации. Вот, еще сделать таблицу по поводу практики моей группы. Я же староста. И завтра, скорее всего, мне надо будет пойти в оптику на практику. Там я тоже опять буду поздно дома. Но ничего страшного. Еще отдам деньги. Все, что у меня есть, соскребу, даже там пусть будет у меня 1362 рубля, я их отдам, чтобы, знаете, чтобы я на лишнее их не тратила. Там, например, ну, картошки лишние не покупала. Да, будет мне тяжело эту неделю снова. Но лучше отдать сразу, чем, знаете, копить-копить и тратить на то, что не надо. Я надеюсь, что это на самом деле будут мои последние такие долги, в которые я влезла, потому что сейчас, будучи на практике, и если меня все-таки возьмут в МАК работать, то я уже с этого момента, то есть с 1 октября официально хочу начать пополнять свою копилку именно для своих целей. Спасибо, что выключился. Ой, у меня батарейка садится на фотоаппарате. Все, я пойду, я сейчас выключусь. Как дойду, включусь. Мне еще идти минут 15, наверное. Пока я сейчас иду, вспомнила, что хотела вам показать, какой у меня вид из ресторана с Макдональдса. Посмотрите, я сфотографирую. Это вид из окна моего ресторана. И вот это я. Это я уже в раздевалке, когда уходила. Решила запечатлить себя в первый день. Лицо, конечно, ужасное, но вот я, вот она я. Но футболку загнула уже, потому что там все было в попыхах. Так что все. Теперь точно иду. Мне вот туда. Снова вспомнила, что сбилось то, что хотела сказать по поводу того, почему я иду. Почему я иду пешком? Если мне батарейка позволит это сделать, сейчас посмотрю.
Да, вроде еще есть. Я заплатила просто от места работы до переезда 80 рублей, потому что я не пополнила поиска. И чтобы не платить еще 40 на другой автобус, я иду пешком 2 остановки. Потому что если бы я села на автобус, мне еще надо было заплатить 40. Так что все, иду. Мне еще идти вон туда. В самый конец. Сейчас, если сфокусируется. Во. Мне аж вон туда, там, где машинки светятся. Все, я пойду. 23:19. Я дошел домой, и Макне ушла. Сейчас я переоденусь. То я как этот пингвин. Поздоровайся. А там ничего не изменилось. Что как было утром, так и осталось. Ладно.